Эрдоган вовлек Азербайджан в очередную военную авантюру. Эрдоган. У него неосманские аппетиты очень большие. От Ливии до границ Китая. Это его идея восстановить Османскую империю и создать пантуранский султанат. До уйгуров, ну так скажем. И вот это его мечта, это его надежда взять реванш у России. Вы помните, они 38 раз воевали. Воевали не раз на Балканах. Войны были за Крым. И особенно войны были за Кавказ. Теперь я думаю, что Эрдоган посчитал это удобный момент. Там проблемы с Белоруссией. Он имеет определенный уже вес в Грузии. Он уже обосновал две военные базы в Нахчеване и на Абшеронском полуострове. Как раз очень удобный момент, ну, сделать реваншистский шаг по отношению к России, выбить Россию с Южного Кавказа и вообще с Кавказа.